Так, ремонт сауны. Вот такой у него пульт управления. Вот так сама комната выглядит. Вот здесь вот ее каминг. Если вот видно, три тена. Из них только один работает. Видите, красненький. Вот. Сейчас будем ремонтировать, менять тены. Так вот, камни все выгрузили, перевернули ее вверх дном. Здесь с задней части открутили крышки, и вот здесь доступ к распредкоробке проводов и контактам тенов. Так вот, старые тены демонтировали, новые уже на месте. Начинаем обратный монтаж. Все, каменку собрали, камни уложили. Так, они немножко с горочкой. Таймер запустили на 100 градусов, время 6:58 таймер, стартуем. Все, вот щелчок пошел, значит, питание на каминку пошло.